Нет, знаете что? Вообще у меня достаточно участия в конкурсах. Вот я сейчас прям вот мне этого не хватало, я прям сейчас прям со всей силы бухнулся в эти танцы. И честно, я не пожалею ни в коем случае, я очень-очень рад. Но это очень сложно, это очень энергозатратно. Я просто, если я погружаюсь в какой-то проект, я вот прям погружаюсь на 100%. Я не могу заниматься чем другим. А так как все равно другие дела есть, я еще другие проекты сейчас стартуют, но я еще и там успеваю. Поэтому давайте бои пока без меня. Давайте я пропущу пока. А потом уже решим, чем мне другим заняться.